Мне кажется, что режиссером надо родиться. Это та вот детская авантюра, взять инициативу среди маленьких детей и стать режиссером, руководить, создать мистерию, создать пластику, выдумать ее и замучить кругом людей своим артистизмом, пугать ночью маму, бабушку, переодеваться, превращаться то в тетку Чарлей, то в андерсоновских героев, вынимать из сундуков перья и превращаться в петуха или превращаться в какую-то жар-птицу. Это все меня преследует с детства, и мне казалось, что вот это и есть режиссура. Режиссера не выучишь даже в таком идеальном институте, как ГИК. Это не выучишь. Это надо родиться в утробе матери. И мало, что ты родишься аффективно такой, лабильный. Мать должна быть актрисой. Она должна передать тебе. А у меня и отец был артистичный, и мать. Я сделал Андриеш короткий, детский, макороткий фильм. Когда Довженко посмотрел, он сказал, я еще раз хочу посмотреть. И впервые в истории ГИКа экзаменационная комиссия, так называемая ГЕК, смотрел два раза картину. И Юренев, вот сейчас такой торжествующий искусствовед и киновед, говорил, что Параджанов слепо подражает Довженко. Он делает монументальность и эпичность, подражая Довженко. Это же безумно. Параджанов увидел Звенигору. И Довженко сказал, ты болтун молодый, седай и слухай, что я тебе скажу. Параджанов не бачил Звенигору. Где ты, хлоп? Он сказал, где ты, вот, парень, где ты? Я встал, он сказал, скажите мне, вы бачили Звенигора? Его фильм такой эпичный, ранний фильм. Я сказал, я не видел его. Освин говорит правду, а ты кажешь дурницей. Довженко и Савченко были враги. Они не разговаривали и поносили друг друга. Оба талантливые, яркие, прекрасные. Один работающий в манере Матейко, польского художника, такой ищущий ренессансную фактуру. Тот Яблоко, Старик, Смерть, Лелека, это аист, который прилетал и улетал, делал на эпичном своем детстве. И сталкивание этого эстета с этим архаичным богом и пророком давал большой конфликт на одной же этой студии. Но когда умер Савченко, он умер молодым, ему было 43 года. И когда он лежал в гробу,
Нам казалось, что он старый человек. Мы его пережили на 20 лет. Его ученики сейчас старше своего педагога, вот Наумову, 60, мне 64. И мы пережили его на 20 лет. И его утрата сильно подействовала на Довженко. И он стал председателем комиссии, подписывая нам дипломы и принимая его курс. Скорблю о памяти умерших, уже умерло 4 человека. Мы недавно встретились на встрече и положили 4 пустые тарелки, зажгли 4 свечи и поминали своего друзей, которых нету. К сожалению, нету Алова, с которым всю творческую жизнь работал Наумов. Нету Миронера, который сделал «Весна на Заречной улице» вместе с Хуциевым. Нас выбирал очень талантливый человек, Савченко, и влюбленный в нас, он благоговел перед нами и все время ждал, что мы породим чудо. И когда первый сценарий свой Хуциев и Миронер «Весна на Заречной улице» заключила, Главк заключил с ними договор. Он был счастливый, он на своем открытом «Мерседесе» возил их по улице Горького, и они купили первые носки. Вот рассказывал Хуциев, что он заставил их в машине снимать рваные носки. Это только кончилось. И они выбрасывали это из «Мерседеса» и одевали новые. У них были деньги, они уже были кинематографистами, будучи студентами. Алов, который снял первый «Тревожную молодость» с Наумовым, и Павел Корчагин, и потом они сняли «Ветер». Они шли в первом таки в авангарде. Режиссура в основе. Это правда. Но правда, вознесенная в образ печали, надежды или любви, красоты. Я иногда рассказываю сценарий и спрашиваю, как вы думаете, это я выдумал или это правда? Все говорят, это вы выдумали. Нет, это правда, которую я додумал. Sergei Parajanov was born on the 9th of January 1924 in Tbilisi, Georgia. Upon completing school, he visited the Institute for Railway Transport, then studied song and violin at the conservatory. Following the war, he gained entrance to the Moscow Film School to study film direction. After graduating in 1951, he went to work at the Kia Film Studio and made 3 documentaries and 6 feature films. Shadows of Our Forgotten Ancestors caused an uproar. Sayat Nova, shot in Armenia, was confiscated. All further attempts to make a film proved in vain. After years of intrigue and suspicion, he was condemned in 1974 to 5 years in prison. The accusations were given as business with art objects, leaning towards homosexuality, incitement to suicide, and black marketing. In 1978, when released, he was not allowed to work on a film. Finally, in 1984, after 15 years without film work, Sergei Parajanov was allowed to enter a studio again. His last feature film, Ashiq Karib, was shot everywhere in the Caucasus, in Georgia, Armenia, Azerbaijan. И вдруг я вспомнил, что 7-летним мальчиком я болел ангиной, и мама мне читала Ашик Кериб, сказку Лермонтова, малоизвестную, ее не проходят в школе. Это турецкая сказка, которую турчанка рассказала на Кавказе Лермонтову, великому поэту, идущему в одном ряду с Пушкиным. Михаил Юрьевич Лермонтов потряс меня в детстве. Я помню, что я плакал. Плакал, потому что Магул Мегери, которая не дождалась своего возлюбленного, должна была выйти замуж за другого,
Она с мечом и с ядом должна была принести себя в жертву своей любви. Но Ашух вернулся, и все кончилось, как в американских фильмах, хэппи-эндом. Я начал искать героя, этого Шикериба, этого министреля, мусульманского министреля, который ходит по земле в поисках заработка, чтобы выкупить свою возлюбленную Магул Мегери. Я нашел такого парня, это Курт. Он мой сосед. Он до 22 лет хулиганил, бил милиционеров, комендантов, потому что вода протекала, а комендант не чинил дом. Он избивал их, угонял машины, он хулиганил. И когда я встретился с ним, я сказал: ты можешь на год попрощаться с хулиганством? Он говорит: я могу попрощаться с хулиганством навсегда. Все зависит, что вы мне предлагаете. Не мусульманин, он христианин, но ему надо было сыграть мусульманина. Так что музыка в основном я пригласил азербайджанского талантливого композитора, фамилия его Кулиев, талантливый, он понял все, что я захотел. А сложности, которые я поставил перед ним как задачу, он блестяще исполнил. Когда европейская музыка, как Аве Мария и Шуберт и Глюк, вошли как органические страсти для того, чтобы фильм осовременить и дать европейскому зрителю услышать Аве Марию, связать ее с мусульманским миром. Я был приглашен здесь, в украинскую церковь. Здесь есть греко-католическая униатская церковь. Я послушал проповедь ксенза. И потом увидел там клуб, такой зал, где дети выставляют свои рисунки. Это рисунки украинских детей на тему «Князь Владимир», «Княгиня Ольга». Это, значит, тоже та же тема заданная. Это удивительные рисунки, примитивные. Но они нарушили каноны соцреализма, но создали удивительную красоту. Это «Князь Владимир». Ему показалось, что он хромой, он коротконогий. Это прелестные рисунки, я считаю, это лучшее, что я увожу из Германии. Это вот рисунки детей. Ну, это остальные фотографии, это мои работы, вот которые я здесь выставил. Вот это мои блюда декоративные. Я привез всего 20 работ, их очень мало, но они дают впечатление моей отношения. Это... К сожалению, черно-белые фотографии, это букет. Это работы как художника. Да, это уже работы как художника и как режиссера, который ищет пластики. В данном случае вот эта работа, это я дарю матерям Мюнхена, которые потеряли войну своих сыновей. Савченко, наш педагог, заставлял нас рисовать и выражать мысль карандашом пластически. У нас был предмет просто в институте, где мы должны были рисовать. Вот когда меня принимали в ВГИК,
Нас закрыли в помещении и сказали, нарисуйте, что хотите. Я тебе нарисую, подожди. Держи это. We met him in June 1988 for his retrospective workshop at the Munich Film Festival. Neither of us knew that this dialogue in his hotel room would be his last rounded interview. We view it as his testament. Sergei Parajanov died on the 20th of July 1990 in Yerevan, Armenia. Кормилица. Кормилица. Кормилица Тамары в Демоне. Вот видишь? Вот я тебе подарю. Что ты кормилица? Эскиз костюма, кормилица. Знаешь, что такое кормилица? Вот у Джульетты была кормилица, ага, которая кормила вместо матери. Ага. Вот это кормилица Тамары. Видишь, вот фигура. Нет? Дорогие Парадамы. Вы будете смотреть мой любимый фильм. Социалистический реализм – понятие вообще не энциклопедическое. В наших энциклопедиях существует некоторое. Как можно назвать социалистическим реализмом великие фильмы России, как «Чапаев», «Юность Максима», «Выборгская сторона», великие картины Донского, «Радуга» или «Она защищает Родины», потрясающие фильмы наших хроникеров, наш ренессанс кинематографический, который должен был потрясти мир, он резко был приостановлен культовым руководством, когда надо было восхвалять империю жестоких деспотов. Ой, ты смотри! Держи его! С той стороны забегай! Не поймает! Да, куда, ой? За хвост его держи! Зарю перегоняет. Это жандарм. И создавать фильмы, какие создавали талантливые мастера, они продались, такие как «Клятва», «Падение Берлина». Это были халуйские придворные картины царедворных мастеров. Сейчас пришло время, когда будет это сильно осуждено. Так уходили из жизни великий Эйзенштейн, который, к сожалению, не сделал 0,01 того, что мог. Испуганный, дрожал и трусился, и умирал великий Ром. Донской не выразил себя до конца, создав такую удивительную школу вот советского неореализма в таких фильмах, как «Радуга, она защищала Родину». Это удивительная трагедия. Thank you.
Пока ни книги не освещают этого вопроса, ни публицистика, ни конференции не говорят об этом. Все молчат, и со временем это, может быть, умрет с каким-то поколением, и это будет забыто. И напишет какой-то энтузиаст, который изучит по каким-то документам. Слава Иисусу. Навеки слава. Господи, дай духа. Я лично, мой архив, если был бы издан с тремя приговорами о моем заключении, заключениями на меня, как человека, который занимается сюрреализмом, видит город и социальный строй, как химеру, которая, значит, вот химера, та, о которой я вчера говорил, которая сидит на Нотр-Дам и смотрит своим клювом и ужасом, перепонками на пальцах смотрит на великий Париж. Вот я был химерой, который смотрел и завидовал вот этому солнечному дню, который нам несла культовая. Я на Украине сделал 8 фильмов, 9-й был «Тени забытых предков». Это было уже время, когда я зашел на свой материал, на свое понимание, на свою народную тематику, где была этнография, где был Бог, где была любовь и где была трагедия. Этот материал соответствовал моему отношению и к литературе, и к кинематографу. Я сделал этот фильм, но после этого произошла трагедия. Я армянин, жил на Украине, делал украинскую тематику, получил 23 золотые медали. Первая была в Мар-дель-Плато, последняя была в Кадисе. Я обрел какую-то популярность и признание народа. Народ украинский благоговел передо мной. Жена была моя украинка, сын был украинец. Все было будто бы хорошо, но это не устроило какие-то круги. Я был изолирован, я сел в тюрьму сроком на 5 лет и пошел на строгий режим. «Тени забытых предков», когда министерство увидело на экранах и поняло, что она нарушила принципы социализма и социальной макулатуры
которая доминировала тогда в кинематографе, она ничего не могла сделать, потому что через два дня был юбилей Кочубинского. 100 дней со дня рождения, 100 лет. Понимаете? И они растерянные сказали, ну ладно, идите покажите, в надежде, что они потом с ним справятся. Но фильм, когда потряс интеллигенцию, и начались волнения, и мне было предложено сделать русский вариант картины. А картина была сделана не только на украинском языке, а на гуцульском диалекте. Значит, мне было предложено сделать дубляж, от чего я резко отказался. Для меня изоляция в лагерях Советского кодекса была трагедией того, что я мог растеряться и лишиться и профессии, а может быть стать и уголовником навсегда, потому что среда тяжелая, это рецидив, это вторые, третьи, 7 судимостей, люди опасны для социального общества. Я попал в эту среду. И меня выручило то, что я начал заниматься искусством. Я начал рисовать. По окончании моего срока, 4 года 11 дней, с помощью Луи Арагона, Эльзы Триоле, моего друга Гербел Маршалла, американца, и Джона Абдека, я был освобожден условно-досрочно на 11 месяцев и 18 дней раньше. Этого я еще нравился заключенным, я взял на себя миссию исповеди, я слушал их исповедь. И каждая исповедь рецидивиста, который шептал мне на ухо свою трагедию или свое преступление, была удивительным сценарием или удивительным новеллой, которым я обладаю. У меня 100 новелл, 6 сценариев. 4 из них уже вот живут и будут запущены в производство. Остальное во мне как тайна. Или это останется на экранах, или в литературе, или уйдет со мной навсегда.
тяжелый срок, 4 года, 11 месяцев. И вместо того, чтобы погибнуть, я вышел автором 4 сценариев. Один из них, который уже идет в производство, режиссер Ильенко будет снимать «Лебединое озеро. Зона». Сценарий о рецидивной среде и о патологии, изоляции. Изоляция порождает патологию. Вот стоит меня закрыть одного здесь на 10 дней, возникнут патологии. Они могут быть духовные, сексуальные, какие-то хотите, для того, чтобы я мог жить. Потому что изоляция очень сложная вещь, а когда изолируют 2000 человек в одной зоне, тут же возникают удивительные, трагичные ситуации, трагичные патологии. Я, став художником, а я считаю, что я привез очень интересный материал, по созданный в изоляции, и мои друзья считают, что вот в тяжелых условиях и в грязи, в которой я находился, буквально в грязи, я обрел удивительную чистоту в своих работах и духовность. Вот там я предпочел, что или я должен был погибнуть, или стать художником, буквально маляром. Я из тюрьмы привез 800 работ, которые сейчас были выставлены в Ереване. 3 месяца существовала выставка, и 15 мая выставка была закрыта. И, закрыв выставку, еще стояла очередь 1 километр. А я работал и страдал на 3 деспотах. Деспоты были там, в Кремле, и сегодня перестройка снова ищет кардиограммы времени. Может быть, когда-нибудь выйдет книга от такого-то года до такого-то, такая кардиограмма. Понимаете, Сталин шел вверх и опускал цены на носки, и народ был доволен. На носки опустили 2 копейки, и каждые полгода Сталин опускал цену на носки и на майку, а хлеб оставался тот же. Вот когда будет сделана кардиограмма, каждый фильм, сделанный в те годы, вообще в Советском Союзе, не только мои, он есть кардиограмма испуга, кардиограмма страха, что вас отнимут картину, и вы умрете с голоду, или вас просто отстранят от работы. During these difficult times, intellectuals were arrested. Demonstrations were held. Petitions were sent to authorities. Parajanov sought to make his kind of film. Sometimes he was able to begin a project only to have it ordered stopped. Fragments are all that remain of Kiev frescoes and his documentary about an Armenian painter. По обязанности перед своей нацией, я армянин, рожденный в Грузии,
свою зрелую творческую жизнь я жил на Украине, страдал в грузинских и в украинских тюрьмах, казематах. Иногда я просыпаюсь ночью от того, что я чешусь от вшей. На меня налетали целые... Там, если ты приходишь на зону и ты чистый, ровно через 2 часа ты уже завшивель, тебе бросают вшей. Вот. Я думаю, что вот эта персидская шкатулка, которую я сделал, я ее считаю персидской шкатулкой, которой ты любуешься внешним видом, видишь ее прелестные миниатюры, потом ты открываешь, и там тоже еще больше миниатюр, еще больше аксессуара персидского. Это такая вот, несмотря на что у меня было 15 курдских юбок, которые сделала мать моего героя, она курдянка, она работает, она подметает улицы, она дворник, и вот эти плиссированные юбки, которые то появляются на головах, на рукавах, создают пазолиневское настроение. Это я не скрываю, даже его подчеркиваю. Снеул там курналу, не пета удлевелу. Тидон товар мотамелу, Георгий, Эветре, Христе Саамешта, Шетхалева, Султа Чвентату. Цармарте Чвени Швилевис, Тхэгделуба Миу Матри, Джансаха Танхопе, Хватли Чемусилот, Пета Хэли Самхопелу. Я снимал картину в условиях жестоких, не имел никаких технических приспособлений, значит, кодаковскую пленку, обработка в Москве. Я ничего не имел, ни осветительной аппаратуры, ни ветродуя, ни комбинаторов. Это обратилось качеством. Это дало, что в примитивной реальной среде, где нормальные деревья, нормальная степь, индюшки, похожие на индюшек, можно создать сказку на реальной основе. Она даже обретает местами такое гиперреалистическое ощущение. Потому что если мне нужен был тигр, я тигра сделал игрушку. И он дал больше эффекта, чем если дал бы реальный тигр. Угу. Тряпочный тигр, который там пугает героя. Это оказалось намного интереснее и... К сожалению, не могу найти. Думаю, что перед Арменией я обязан и должен снять вот фильм «Исповедь». Это уже моя личная Библия. Это моя мать, мой отец, мое детство, мои изоляции. Это мои сны, сновидения. И это удивительная трагедия, когда в городе убирают кладбище, чтобы сделать парк культуры имени Кирова. Кладбище уходит, и приходит имя коммуниста Кирова, патриота советского, а уходят призраки.
Им некуда идти, они идут ко мне, потому что я их прямой наследник, а я не могу их принять, потому что мне надо сообщить и в полицейский участок, милицейский, что они у меня ночуют. Они, которые никогда не видели электричество, не видели агентов госстраха, не видели... не видели зло. Они, то поколение было добрее, они просят у меня остаться. Я должен умереть перед ними, чтобы доказать, что я их люблю. Соединяют как трилогии для того, чтобы получить Ленинскую премию. Мол, большие заслуги перед общим. Так произошло. Абсолютно самостоятельные фильмы режиссера Абуладзе, как «Мольба», удивительный фильм. Удивительный фильм «Древо желаний». И третья... «Покаяние». Третья часть «Покаяния». Ничем не связаны. Но общественность связала, и комитет решил, что Ленинских... Чтобы это... было бы причиной дать ему Ленинскую премию. Я думаю, вы связываете их только стилистикой и пластикой, которую я утверждаю за собой. Вот я, например, считаю, что когда мне говорят, что ваша картина похожа на Пазолини, я делаюсь выше. Мне легче дышать, потому что Пазолини для меня бог, бог, эстет, потрясающий стилизатор, создавая патологию эпох. Он утрирует костюмом, утрирует жестом. Посмотрите фильм «Царь Эдип». Я считаю, что это произведение абсолютно гениальное. Его актер, его ощущение женского начала, мужского начала. Как я не могу благоговеть перед великой памятью Ленина, когда пораженный я, как режиссер, его артистизмом, его ораторскими способностями, его мозгом, мозг, который был удивительно гигантский, он как пророк, ему не хватало земли. И вот артистизм вынудил подать броневик. Он стал на броневик, как актер на сцену, и сам... стал бронзовым, он стал монолитом, потому что в нем был артистизм. И вот нам, режиссерам, мне лично нравится артистизм и в политическом деятеле, и в человеке, и в своем друге. Просто вялые люди, вялые. Вот, например, Брежнев был ко мне внимателен и пытался меня освободить, но он был вялый вождь, вялый. Мы хотим талантливых ораторов. Нам нравится артистизм, нам нравится, когда разговаривают без бумажки. Нам нравится, когда рядом с ним стоит женщина. Это тоже вызвало недовольство определенных кругов, что наконец-то у советского вождя есть жена, умная и талантливая женщина, которая сопровождает его. Мы не привыкли, потому что предыдущие наши вожди прятали жен, они были уродки. Буквально уродки, патологические уродки. Я видел их и знаю, о чем я говорю. Посмотрите, как красиво присутствует, несмотря что молчит, но реагирует на все жена нашего министра иностранных дел. Она нам землячка, она всегда присутствует. И потом, в отличие от других, она умеет носить шляпу. Мы, режиссеры, следим за этим. Для нас шляпа тоже является качеством какого-то... Ну, и артистизма, и этикета. Этикета, в первую очередь.
Я до того, как сделать Фауста, я бы сделал бы в Америке фильм «Лонгфелло», «Песня о Гайавате». Я считаю, что это тоже великое произведение, которое в России знают определенные поколения. Сейчас в продаже вы не найдете книгу Лонгфелло в переводах, и, к сожалению, никто не хочет это делать. Ну, делать это надо в Америке, в естественной природе, где Лонгфелло писал эти вещи. Нужна природа, нужны индейцы, нужны перья, лошади, нужны женщины смуглые и удивительный герой. Это надо снимать в Америке. Это можно было очень быстро и дешево снять. Самый умный продюсер, если он тут же нашел бы возможность контакта, потому что ничего не нужно. Природа создала прекрасное. Костюм Гайаваты существует. Просто там зависит от количества перьев, сколько я выберу для того, чтобы сделать его вождем племени. Это можно было снять вот такую Библию. Песня о Гайавате – это вариация на тему Библии. Так же, как вот Ашикериб тоже является мусульманской Библией. По отношению героя к природе, к юмору, к женщине, к злу и к красоте. Вот. А Фауст – это проблема номер один. В Германии, вот правительство Германии, западное или восточное, или ФРГ, или ГДР, это не важно. Я считаю, это великий немецкий народ, пока разделенный стенкой. Дух их связан, история у них одна, и будущее тоже одно. Единственное, что хотелось, чтобы в проблеме было бы не то, что Германия может вложить как продюсеры деньги и снимать что хотите, во имя того, чтобы было бы дело. Надо еще думать, что снимается. Фауст – это проблема номер один для того, чтобы воспитать будущее поколение. Это уже не перевоспитаешь. Оно живет на ритмике современных телевизоров, оно жует жвачку, оно носит определенное. Но будущее поколение, оно придет к удивительному очищению. И мы, вот художники, режиссеры, политики, должны думать в первую очередь о воспитании будущего поколения. Потому что будущее поколение – это уже сидящий в чреве маленький немец, которому нужен Фауст, потому что без Фауста он не будет великим немцем. Никаких школ я не создаю, я никому ничего не преподаю, и любой человек, подражающий мне, просто беспомощный. Картину я очень люблю и очень горжусь ею. И
первую очередь горжусь, что дело не во львах золотых или там серебряных павлинах, а в том, что я хочу показать вот мюнхенской общественности свой фильм и очень волнуюсь. Сейчас главное о фильме. Jetzt möchte ich das Wichtigste über meinen Film sagen. Я настолько люблю этот фильм, что мне вот художник должен знать, когда он умрет. Ich mag diesen Film dermaßen, also jeder Künstler muss wissen, wann stirbt. Мне хотелось бы вот именно после этого фильма умереть, потому что я его очень люблю. Ich möchte gerade nach diesem Film sterben, weil ich diesen Film sehr gerne mag. Я его посвятил светлой памяти моего друга Андрея Тарковского. Diesen Film habe ich gewidmet dem hellen Andenken meines Freundes Andrei Tarkovsky. Автор сценария. Бог един. Бог един. И я очень попросил бы вас минуты молчания по поводу смерти Андрея Тарковского. Ich würde Sie alle bitten, jetzt eine Minute zu schweigen, zu ehren, zum Andenken dieses Regisseurs Andrei Tarkovsky. Аминь.